Саша Кротов, в 91-м году студент геологического факультета МГУ, вместе со своими друзьями, как и тысячи других россиян, стоял в оцеплении Белого дома. Основное ощущение, наверное, было непосредственно здесь, когда все еще не знали, насколько все было разыграно и комедийно в конечном итоге. Вот. Когда люди были здесь, всем было как-то достаточно страшно, все достаточно всерьез воспринимали происходящие события. 4 года назад, в дни путча, я не была в живом кольце, но и не была среди тех, кто поддерживал путчистов. Я, как и миллионы советских товарищей, смотрела на все это с балкона. Тогда для этих людей все было просто и ясно. А еще раз был бы такой, вы пошли бы? Пошел. А вы? Обязательно. За то, чтобы Россия была более свободна. То, чтобы мы жили более свободно, богаче. У России огромное будущее. И мы будем жить. И будем жить хорошо. Но таких, как они, теперь немного. Главное, наверное, ощущение, которое осталось у меня, это ощущение такого единства людей из самых разных социальных слоев. И все это единство тут же испарившееся после того, как эта опасность вся прошла. Уже утром люди разбрелись, столь же чужие, как и были до этого. Саша, как и многие из защитников БД, поменял профессию. Из геолога превратился в компьютерщика. Плохо это или хорошо, не знаю. Ведь и страна, которую они защищали, сегодня уже совсем не та, что 4 года назад. А потом, когда начали писать, что все это не стоило того, какие-то были эмоции, там, обиды? Ну, было немножко обидно, конечно, потому что здесь действительно всерьез боялись, и всерьез вроде как что-то защищали, непонятно что только. Если бы второй раз повторилось такое, пошли бы? Ну, второй раз уже повторялось, второй раз не захотелось. Почему? А, потому что уже совсем перестало быть понятным. Уже... эффект комедии гораздо больше сказывался, чем раньше.